Янчкен, это снова обзор Красной площади и парка Заряди. Эксклюзивное видео про Москву только на моем канале. А вот что сделали с стеной Кремля, которая чуть-чуть поломалась. Так, короче, наша задача сейчас взять отсюда, перейти сюда. Так, короче, пошел дождик, и поэтому качество чуть-чуть ухудшилось. Камеру протирать бесполезно, поэтому я постараюсь это решить максимально быстро. Не слышно. Все здесь. Никита, Стас, Турбак. Был Янчкен, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!